Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами, как всегда, на связи Владимир Сушков. И сегодня у нас будет, наверное, самый интересный урок по компании Infinii. Мы начинаем с вами покупать и продавать товары. Урок как раз будет посвящен тому, как правильно выбрать товары на площадке Spinboard именно компании Infinii, без пока площадок Google, без площадок Bananas, eBay, Shopify и так далее. Пока мы это привязывать не будем, но в ближайшее время все эти площадки мы также привяжем, также пройдем регистрацию, и вместе с вами я буду учиться так же, как и вы, потому что этот бизнес для меня такой же новый, как и для вас, но я здесь вижу большие перспективы, и я рекомендую вам присмотреться к этому бизнесу, к отдельному, и он в 2016 году принесет вам хорошие результаты, если вы пройдете все шаги так же, как я их проходил и как проходила моя команда. Что мы уже имеем и что мы уже прошли? Мы зарегистрировались в компании Infinii, как это сделать и какие данные нужны для того, чтобы попасть ко мне в команду. Вы найдете все эти данные в описании под этим видео. Разверните просто и увидите, что вы должны прислать для того, чтобы пройти регистрацию. Регистрацию мы уже прошли с командой. Следующее, что мы сделали, те, кто хочет строить структуры, они оплатили ежемесячный взнос в размере $10. И те, кто не хочет строить структуры и работать на полном пассиве, они уже не вся команда, но большинство оплатили лицензии на $50. Напомню, что здесь у нас три вида лицензий. Это $50, 150 и 400. Каждая лицензия дает возможность вам покупать определенное количество товаров. Ну, пройдемся вкратце. Значит, на $50 вы можете купить 15 товаров по 15 каждого номинования. Вот если вы заходите на Spinboard, вы можете купить 15 товаров. Вот их там, допустим, есть в наличии 400. Из этих 400 штук вы можете купить 15. Потом следующего товара также 15, 15, 15. И всего это получается у нас 225 товаров. Пакет на $150 дает возможность вам покупать уже не 15, а 30 товаров. И также, как и в первом случае, вы можете покупать по 15 из номинований. Вы можете из каждого номинования покупать по 15 штук на 30. Если умножите, то получается в месяц вы можете купить 450 товаров. И последний инструмент – это $400, но вместе с каждым инструментом дается еще всякие привилегии, покупать там определенные товары и привязывать там определенные площадки. Вот в этом я еще не до конца разобрался, но знаю, что не только в количестве товаров у нас здесь вся фишка, да, то есть на пакете 400 вместе с количеством товаров, а это уже у нас 60 штук, вы можете купить каждого номинования по 15 штук. Получается 900 товаров вы уже можете купить. Можете их купить по 50 центов, можете, ну, каждый товар там цена есть на спинборде, сейчас мы к этому подойдем. Можете купить там за $3, можете за 10, за 30 и вплоть там до автомобилей, домов и так далее. Ну, это, я так думаю, сейчас пока не будет, но все равно в ближайшее время, когда мы уже разберемся, как нам торговать уже отдельно на Амазоне, как отдельно на eBay, как отдельно на других площадках, мы уже будем с вами такими электронными торговцами. И это, я считаю, что новая профессия, для меня она тоже новая. Но я вижу в ней будущее, и в принципе сейчас все у нас продается и покупается через интернет. И люди уже, даже те, кто уже раньше, вот лет 5 назад торговал на eBay, вот в вебинарах там участвовала женщина, рассказывала про как она раньше торговала на eBay, и говорила, что у нее раньше все товары находились дома, стояли в коробках, и куча времени это
тратилось на то, чтобы их упаковывать, идти на почту, отсылать и следить за тем, чтобы там товар доставлен был, возврат, если был, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас вот интернет предоставляет нам возможности, вот эти вот площадки-гиганты, делать это практически автоматизированно. Все, что вам нужно понять в этом бизнесе, как это делается правильно, вот фишка, как сделать так, чтобы вы купили товар подешевле на одной площадке и продали там подороже. И фишка всего Infinii в том, что вы все эти площадки, когда привязываете, и вообще даже если вы их не привязываете, просто пользуетесь площадкой Spinboard, то вы продаете сразу, ваш товар размещается сразу на четырех площадках. И это увеличивает ваш шанс вашей продажи в 4 раза. Вот таким вот образом все работает. И компания не новая, ну точнее Infinii это новая компания, но она плавно перетекла из компании DS Domination. Посмотрите в интернете, и вот мы видим на сайте, сколько было заработано за 2 или там 3 года, я не помню, было продано товаров на 2,5 почти миллиарда долларов. И люди, кто учился на DS Domination, там учили, как на Амазоне правильно выбирать товар, ну, как там делать ключевые слова, писать там, и как это потом размещать на eBay. И вот, или наоборот, допустим, вы можете заниматься, то есть на eBay может дешевле товар быть, а вы можете оттуда его взять и продать там на Амазоне. И вот эти вот все процессы, они здесь автоматизированы в интернете, и вам просто нужно научиться. Так же, как и мне. Я тоже этого пока не умею делать. И вчера вот был закрытый вебинар. Я его только пришлю тем участникам, кто оплатил лицензию на $50. Вот было обучение небольшое, как привязать аккаунт на eBay и как потом там привязать этот eBay-овский аккаунт к площадке Infinii, как разместить первый товар и потом как все это автоматизировать. Всякие фишки и закрытые такие темы, кто уже торгует на eBay, вот рассказывали вчера на вебинаре. Он закрытый, и ссылочка такая закрытая, то есть только для нашей структуры она, вот, от вышестоящих спонсоров, и только для тех, кто проплатился минимум на $50. Так что, если вы хотите получить эту ссылочку, оплачивайте, присылайте мне данные, там, пишите ВКонтакт, допустим, вот он мой рабочий. И пишите сразу, если добавляетесь в друзья, я вас прошу, пишите какое-то сообщение. Просто так не добавляйтесь. Напишите, что вы с Infinii, или там просто напишите письмо, хочу там получить ссылку, или хочу попасть в команду, присылайте данные, я вас обязательно зарегистрирую. Давайте все, перейдем уже. Я думаю, все вы ждете с нетерпением, как это все будет происходить и как это все делается. Ну, сейчас расскажу, что мы еще прошли. Значит, мы прошли регистрацию, мы оплатили $10, мы оплатили 50, кто на пассиве и занимается покупкой, продажей, перепродажей товаров. Мы подписали договор с компанией правильно, это тоже есть у меня видеообзор отдельный, и все аннотации будут по всему видео, вы можете все эти аннотации просмотреть. И также, когда вы проходите регистрацию, я всем присылаю вот эти вот все также видеосылки. У кого их нету, то, говорю, пересмотрите в аннотациях. Потом что мы? Мы следующее внесли деньги на счет. Вот вчера я это сделал, показал, как это делается, как правильно пополнить баланс. Баланс у нас можно пополнить для покупки товаров на $15, на 75 и на 150. Но смысл заходить на 15, я зашел просто для пробы. Я вот в ближайшее время, вы увидите обзор, я занесу 75, потом еще там долларов 75 или, ну, в общем, 150. Я хочу посмотреть за месяц, что получится, сколько удастся заработать на пассиве. И потом мне будет уже с вами я могу поделиться вот этим опытом. И кто будет заходить в команду новенький, вот он будет вот такой опыт. Там за месяц со $150, я уже рассказывал, что можно выйти. Ну и 150 плюс 50 участия, $200 вы вкладываете в эту компанию, в этот бизнес.
и можете раскрутиться первоначально, там, выйти на уровень там, от 400 до 1000 долларов, в зависимости от того, если вы правильно выберете товар, чему мы будем сегодня учиться, и правильно поставите цену, и как он у вас будет продаваться, вы будете зарабатывать вот такие суммы денег, там, до 1500 долларов с 200 долларов. Вы также в следующий месяц оплачиваете лицензию и также закупаете опять товар, заносите на баланс. Такой круговой верт уже пойдет, но вот баланс такой можно получить. Плюс 600 долларов вы можете получить, если пригласите также в свою структуру двух человек. Еще такой ответ на вопрос: если вы не проплатили 10 долларов, чтобы строить структуру, то вы регистрировать никого не сможете. Вот с человеком мы столкнулись, с моим давним знакомым, вот тоже не могли понять, почему он регистрирует, вот эти все данные проходит, а человек, ну, письмо не приходит и даже вообще в структуру не встает. Я тоже не мог понять, но вот выяснилось, хотя в первом вебинаре, ну, в своем видео это рассказывал, но немножко позабыл. Я просто не знал, что он проплатился и на 10 долларов, поэтому и не знал. Не мог понять, почему так происходит. Так что имейте в виду, если вы строите структуру, то вам нужно, значит, проплатиться 10 долларов обязательно, чтобы в свою команду кого-то зарегистрировать. Теперь мы находимся в личном кабинете. Чтобы нам начать покупать товары, у нас уже есть баланс на счету. Я уже показывал, как это делается в предыдущем видеообзоре. Чтобы торговать, вы обязательно проплачиваете лицензию на 50 долларов и подписываете договор с компанией. Как это делается, тоже есть в аннотациях, которые вы видите во время этого видеоролика. И также есть ссылочки в описании под этим видео. Заходите, смотрите и разбирайтесь. После, как вы оплатили все это, то мы заходим на спинборд. И заходим вот в эту третью закладочку. Third Party Products. Мы сюда зашли. И прежде чем я вам покажу продукцию, то я вам все будет закрыто, потому что если вы подписывали договор, вы должны были его перечитать, перевести на русский язык. И по политике компании вы не имеете права показывать товары. Но я покажу там один товар или, может быть, два, для того, чтобы вы поняли, как выбрать именно правильный товар, который будет, по крайней мере, по всяким статистикам и графикам, должен даже, скажем так, продаваться. И посмотрим товар, который будет плохой и его продать будет сложнее. То есть он может в первый месяц не продаться, там продастся в другой месяц и так далее. Что нам вообще понадобится для этого дела? Какие инструменты? Ну, самые простейшие и по советам вот людей, кто уже торгует на Амазоне, это у нас, ну, сайт самого Амазона, amazon.com. Вот так он выглядит. И здесь у нас вот как раз главная страница, вот эти вот все товары находятся. И сайт у нас Google Trends называется. Вы можете его найти очень просто. Сейчас я вам покажу, как это делается. Заходите в Яндекс и в Яндексе прописываете Google Trends. Как он пишется? Сейчас нельзя скопировать. Сейчас, секундочку. Вот в Яндекс вы зашли и прописываете Google Trends. Вот, Google Trends. Переходите и смотрите. Вот здесь вот это вот, по-моему, и первое, и второе, это есть как раз Google Trends. Переходите на этот сайт. Сейчас я тогда предыдущий закрою. И вот здесь вот, смотрите, вам нужно выбрать Америку, потому что мы будем торговать именно с американцами, ну, торговать будем товарами в Америке и продавать именно американцам. Потому что все площадки вот эти вот, они, ну, можно другие регионы выбрать, но товар будет продаваться именно в Америке. Кроме Аляски и кроме там есть тоже всякие места. Это вот было как раз сегодня в закрытом вебинаре, как там прописать такие данные, чтобы товары не возвращались у вас.
чтобы вы всегда были в плюсе. Теперь вот у нас вот здесь вот мы выбираем Соединенные Штаты. Вот у нас этот инструмент нам понадобится. И сайт Амазона. Теперь мы переходим на спинбор. И вот в этой третьей закладочке, смотрите, вот переходим сюда. Поехали. Вот они все товары, которые у нас здесь представлены. Сейчас вы их не видите, но я вам показываю, как здесь все происходит и какие здесь есть главные менюшки. Ну, во-первых, вот здесь вот, видите, зеленое заполнилось, то есть товар уже полностью купили. Вот кто-то из или моей команды, или неважно кто. Но не надо накидываться на первые товары. Вот это мой совет. Потому что вы можете просто купить товар и за месяц его не продать, потому что он будет в Америке не в тренде, и просто вы будете его долго продавать, и в конечном итоге, хотя компания уверяет нас, что все товары, они проходят отдельную такую калибровку и потом попадают сюда именно которые товары в тренде, но все равно есть там, я говорю, много факторов, от которых зависят ваши продажи. Вот смотрим вниз. Вот это у нас первый лист, вот здесь у нас количество товара, какое всего, а вот здесь вот количество, сколько человек его купило. Вот здесь вот все заполнено, видите, зеленое, значит, все заполнено. Ну, на первые листы нет смысла заходить, потому что все уже куплено, видите, вот здесь на втором листе купили эти товары, всего 71 человек, 71 товар, точнее, купили. Из 144, вот как можно посмотреть. И вот здесь вот цена за товар 54 цента, 45. Вот можно по страничкам полазить и посмотреть то, что вам понравится. Вот выбрать, вот видите, вот кепка. Вот кепки как раз, кстати, или что это, Аня, это сумка-холодильник. Я думаю, зимой она особо не актуальна, поэтому я не знаю, кто купил. Вот эту вот шапку тоже она пользуется популярностью. Я смотрел видеообзор, вот как раз эту шапку ее покупали и выставляли на продажу. За 10 долларов купили за 45 и выставляли за 10, потому что она как раз на Амазоне. Ну, вот можно посмотреть просто даже. Вот мы копируем просто это название, смотрите. Переходим на Амазон. И смотрим цену. Вот смотрите, она здесь, кепки идут от 5,42 до 20,95. Вот 10,69, 6,89. Но не смотрите, то есть на самые маленькие цены это абсолютно не важно. Здесь можно продавать, вот выбрать какую-то среднюю арифметическую. Вот 29,99, 16,99. 29,99, смотрите, какие шапки. И эту кепку можно смело выставить там, за 10-15 долларов с наценкой. Вот компания ее, не знаю, за сколько она там цену фиксированную ставила, можно еще плюс 25-30% сверху сделать. Ну, смотрите, я сейчас на 20-м листе, ну, я тут пролистал уже 20-30 листов, и кое-что подобрал, вот я не знаю, правда, есть это в наличии, но просто на этом примере я вам сейчас покажу, что я лично буду приобретать. Сейчас перейдем на вот 17-й, видите, сколько здесь товаров, просто миллионы этих товаров, и вам просто нужно подобрать такой на ваши деньги, которые вы вложите, по 15 видов каждого товара. Вы можете не сразу все прям вы внесли деньги, там, 75 долларов и 150, и сразу ринулись все покупать и выставлять на продажу. Каждый день вот проделывайте те действия, которые показываю вам я. Вот. Так, ну вот я как раз нашел то, что я хотел купить. Точнее, даже вот единственный товар, который я покажу из списка, чтобы вам было понятно, как нужно правильно сделать так, чтобы этот товар посмотреть, будет он у вас продаваться, по крайней мере, по каким-то графикам, по статистикам. Вот вы копируете вот это вот название,
Ну, скорее всего, до 36. Вот даже не 36, а вот это вот название. И переходим на Amazon. Вот здесь вот видите, этот товар стоит 57 центов. Переходим на Amazon. Вы его покупаете, 15 штук вы его можете купить. Ну, к этому мы перейдем. И смотрите, сколько он продается на Амазоне. 12.97, 10.99, 11.66, 6.99. Там бла-бла-бла. Вот, короче, цена. Вот и 24.95, и 29.27, и 16.95. В общем, где-то $10-12 мы можем поставить, и он в легкую будет продаваться. Но это не главное. Смотрите, вторая часть, что мы должны сделать, чтобы убедиться, что товар, по крайней мере, должен продаваться. Это зайти как раз в Google Trends и вставить сюда вот этот вот наш товар. И посмотреть статистику, вообще в тренде товар или нет. Вот видите график, как идет. Февраль. В феврале график идет вверх, то есть до марта этот товар продавался. Потом до апреля, вот до апреля был спад. То есть товар этот можно было не покупать, он не продавался. Потом прошло до сентября. В сентябре вот столько месяцев был спад этого товара, и он не продавался. Потом в октябре опять график пошел вверх, и товар продавался. Потом немножко вниз до декабря 2009. Ну, тут за все года. Нас интересует последний год. Но я надеюсь, что понятно, да? То есть, если у вас товар находится внизу или идет вниз график, значит, его лучше не покупать. Лучше подобрать что-нибудь другое, где у нас график идет вверх, как здесь. Ну вот теперь смотрим, видите, он как скачет. Вот здесь вот тынс, тынс, вот такие вот. То продается, то не продается, то продается, то не продается. Ну или наоборот, не продается. И теперь вот смотрите, с октября 2015 года и по январь 2016 года товар в тренде. Вот он идет график вверх, видите как. То есть все, я не знаю, там после у них ногти что ли заросли у всех, и они там пытаются все отстричь себе. Ну, в общем, такой хороший показатель того, что товар будет продаваться. Ну, это такие минимальные инструменты, которыми я вам показываю, как пользоваться, и вы должны ими пользоваться, торгуя на площадке Spinboard. Это не мои какие-то изобретения, я тоже посмотрел такие же уроки там и послушал людей, которые уже торгуют давно на Амазоне, вот именно пользуются вот таким вот графиком. Плюс еще там есть куча-куча всяких сайтов, но обо всех я вам буду рассказывать чуть позже, когда мы уже будем привязывать площадки торговые. Вот сайт есть такой, Camel. Вот мы переходим на этот сайт, и он тоже является таким помощником по товарам, которые вообще у нас сейчас в тренде. Вот видите, здесь вот эти вот продукты популярные. И вы их также можете найти, или вот это вот уже можно заняться дропшиппингом, найти здесь какой-то товар, который вам нравится и который есть на Амазоне, потом посмотреть на eBay и все это сделать, вот эти вот перекрестные ссылки, то есть вы с Амазона будете там заказывать, там, и все будет делаться за вас. Вот в чем весь прикол, ребят, что вам не нужно этот товар иметь дома. Это не какой-то вам сетевой маркетинг, это реальный новый бизнес. Ну вот в Америке он уже работает давно, и уже русские люди, кто уже прошарил эту фишку, тот уже зарабатывает там по 35, по 50 тысяч долларов в месяц, просто работая на Амазоне, перепродавая товары в месяц. Я думаю, что никому из вас работать будет не нужно, если вы научитесь это делать легко и просто. Ну и вместе с вами мы будем это делать вот по шагам, маленькими-маленькими шажочками идти вот к цели, такой как там, ну, $1000, вот для меня это вот, честно говоря, не заработок. Вот для вас, возможно, первые шаги там на спинборде заработать первые $1000, вложив 200, перепродав это все,
Вы когда продадите первые товары и когда вы получите первые деньги, там, вложив 200 и получив там 1000 или 1500, у вас просто, я даже не знаю, сколько у вас будет энергии потом, и вообще вы будете довольны собой. И я думаю, что через там вот полгода вам, я думаю, надо поучиться, если вы даже работаете на какой-то работе, там, может быть, год, да, мы с вами все это будем проходить, и потом, я думаю, что вам не нужно будет, если вы не любите свою работу, ненавидите, вот я вам рекомендую с нее просто уйти, вот как делаю это я. Ну, я люблю свою работу, но просто мне уже на нее физически не хватает времени. Вот чем я собираюсь заниматься в этом году, у меня просто физически на это не будет времени, хотя у меня график неделя через неделю. Неделю работаю, неделю делаю, что хочешь, но я, конечно, свою свободную неделю там и семьей провожу, и стараюсь какие-то там дела делать, но все равно мне этого не хватает, и мне нужен полный мой и день, и неделя, и месяц для того, чтобы осуществить все планы, которые я задумал в этом году. Вот как-то так. Вот. И теперь, когда мы это все посмотрели, выбрали товар, вот почему-то его пока, наверное, не дошли до него. Все-таки пока его никто не купил, ну вот я приобрету здесь сейчас при вас 15 товаров. Вчера я показывал, как это делается, как положить деньги на счет. Нажимаем на любую кнопочку, вот эту вот слева, Buy this product. Сейчас он прогрузится. И чтобы заложить вам денежку, вот нужно нажать вот на эту кнопочку Get more credit. И вот здесь вот заполняете все данные. Вот ваши карты. И прям сразу, как вы только заполните, сразу деньги у вас будут на счету. Так, вот я вышел обратно. Сейчас, секундочку. Так, ну и вот смотрите, я обратно зашел, у меня здесь максимально 15 кредитов я вчера, ну, на $15 для пробы, я говорю, вот при вас следующий мой обзор будет, когда я буду заводить, ну завтра, скорее всего, $75 точно, может быть, на этой неделе еще 75, просто двумя частями, по 75 вы можете вложить сразу 150. Вот, 57 у нас центов стоит этот товар, я просто вам сейчас покажу. Приобрету один товар, не буду я сейчас на всю сумму. Хотя сейчас я посмотрю, сколько у нас получается. $15. Хватит нам? Ну да, наверное, хватит. $15. $15. Делим. Делим на 0,57. 26 товаров мы можем купить этой, ну, этих вот, этого продукта. И мой совет, не покупайте там по одной штуке, по две, вот этого делать не нужно, покупайте сразу максимальное количество, если вы задумали какой-то товар, потому что у одного моего партнера, вот он присылал, он там купил одного там 3 или 5, в конечном итоге у него там снизились, то есть второго товара он уже мог покупать 12, а не 15, и вот этого делать не нужно, если вы покупаете, то покупайте, выбрали товар, посмотрели, что он в тренде, посмотрели цену на Amazon, все покупайте максимально. Вот 15 штук мы будем покупать. Теперь смотрите следующее, что у нас вот эти вот две галочки обозначают. Вот это если у вас есть лицензия на Amazon и привязан аккаунт к этому бизнесу, да, если вы торгуете на Amazon, то вы ставите галочку вот здесь вот и можете сами пересылать товар, там вот заниматься, ну не сами, я имею в виду, электронно там это все оформлять, в одном магазине покупать, там доставку, там все оплачивать и потом все это перепродавать, это возможно вы им больше денег заработаете, я пока не знаю. Но пока нам это не нужно, у нас нету аккаунта на Amazon, и в ближайшее время мы его заведем. А вот здесь вот нужно поставить галочку, это то, что вы соглашайтесь с тем, что этот продукт за вас будет продавать компания. И вот смотрите, у нас здесь минимум реальная цена 8,55. И вот здесь вот мы можем выставить свою цену. То есть в конечном итоге, видите, у нас все комиссии, тут $1.20. И мы уже посмотрели на Амазоне, что ориентировочно эти все... Ну, вещи вот эти вот можно продать тут и $17,
и 7, и 6, ну не факт, даже я имею в виду, не думайте, что если здесь 6.53, что нужно поставить самую минимальную цену. Я говорю, вот если компания вам предлагает продать уже за 8.55, то делайте еще 20-30% накрутки. То есть получается, можно поставить там $10.99. По-моему, великолепная, да? Тут видите, какая разница? Вы купили за 57 центов с Китая, это, скорее всего, товары, они там где-то там на складе лежат, и покупается там вообще по центу за копейки. Потом Infinia это где-то там реализовывает и вот предлагает вам вот на таком вот бизнесе делать деньги. Вы спросите, а почему компания сама этим не занимается, не перепродает? Ну, потому что чем больше продадим мы, тем больше они заработают процентов, потому что они сотрудничают со всеми площадками, потому что есть договора с этими площадками, потому что они берут проценты. Вот с этих $11 тоже везде возьмутся комиссии. На Амазоне, если будет продаваться на Амазоне, на eBay там, и так далее. И в конечном итоге с этих $11 вы получите около 5-6. По-моему, это неплохо, ребят. Купить за 57 центов и заработать в 10 раз больше, ребят. В 10. Вы какой-нибудь хайп мне покажите, где так можно заработать и работать, где можно годами. И что этот проект будет работать годами, этот хайп. Вот вы не устали от скамов и всего этого говна, извините меня за выражение, где админы просто работают на то, чтобы собрать с нас деньги. Все, вы там пригласите кого-то, и потом вас потом обхаят еще, что вы там плохой реферовод, что вы там пригласили куда-то там в проект, который быстро соскамился, что вы не угадали с проектом, и будете получать, вот как мне пишут деятели всякие. Вот так же и вы будете, если вы будете приглашать проекты, которые быстро там скамятся. И если вы не угадаете, там все, даже можно провести анализ. Вот я тоже провожу анализ там или хайпа даже, если я туда захожу. И на мой взгляд, что он должен проработать долго. Но я в голову админам влезть не могу. Вот здесь, вот в этом бизнесе, здесь все легально, здесь все честно. Торговля была всегда, есть и будет, и она будет и через год, или через 10 лет, и через 20, и когда угодно. И я не знаю, что должно случиться, чтобы закрылся этот бизнес. Должен упасть Amazon, должен упасть Google, должен пропасть такой сайт, как eBay и прочее-прочее. Вот что должно произойти. Ну и доллар, естественно, рухнуть там до 10 копеек за рубль. Конечно, я надеюсь, что такое будет, но будет это, я так думаю, еще не скоро. И на наш век, точнее на наши там 5-10 лет, это еще хватит заработать в тех же самых этих зеленых фантиках, да, обменять их на русские деньги, и уже, если вы там живете в России, если вы там в Германии живете, то на евро и так далее. И жить пока, ну, как бы себе какие-то ценности приобрести, ну вот по жизни, что вам нужно, там дом, квартира, там хорошая машина, и путешествовать, вот, чтобы вы покупали все продукты, ну и путешествовать, да, что вам еще в жизни нужно, для чего они нужны, эти миллиарды или триллионы долларов, я вот лично не понимаю. Вам нужны простые вещи, когда вы их достигнете, то вы уже будете думать по-другому. Вы будете уже озабочены другими вещами, вы начнете просто развиваться. Вот моя цель, чтобы вы пришли именно к таким вещам. Вся моя команда, вся моя структура и все мои подписчики, и все, кто следит за моей деятельностью. Все просто. Это моя цель, и я иду к ней. Вместе с вами я зарабатываю на вас, что зарабатываете вы. И вместе мы с вами строим этот бизнес. Все, поставили эту цену. Нажали Submit. Резерв сделан. Так, ребят, дальше. Где посмотреть, что у нас товары в резервации, вот которые мы сделали? Мы также переходим в спинборд. Жмакаем на эту кнопочку. И товары, которые в резервации, у нас находятся вот здесь. Third Party Reports. Вот видите,
у нас один товар в резервации, вот их уже видите, 39, 15 я еще купил, осталось 435. Все, этого товара я больше купить не могу, потому что нужно там одного 15, другого и так далее на всю сумму. Теперь второе, я вам сейчас покажу, какой товар лучше не покупать на данный момент времени, как сделать тоже такую статистику, ну, проследить и как проанализировать. Ну, смотрите, даже далеко ходить не надо. Рядышком со своими ножницами я нашел товар и уже все проверил. Вот такие вот, я так понимаю, заколки для band, headband или ручные headband. А, для головы заколки какие-то. Вот мы берем вот это вот название. Тоже цена 45 центов и куплено, как видите, всего 5 из 40, 144. Копируем название. Ну, посмотрим, во-первых, сколько они стоят на Амазоне. Вставляем, нажимаем поиск. Ну и видим, тут цена вот и за $9. Там, я так понимаю, можно тоже там на этом хорошо заработать. В принципе, вот они, видите, по $13. Всяких тут листов много. И то же самое, вставляем вот эти вот хенд... Band вставляем вот сюда, в Google Trends. Нажимаем и смотрим. Вот видите, график как идет, как он отличается. То покупает, то продают. Ну, график совершенно отличается от предыдущего. Точнее, что то покупает, то не покупает. И вот здесь вот смотрите, у нас динамика просто с октября идет вниз, ноябрь. Декабрь вот немножко там продавались эти заколки, или я не знаю, что там для головы. И потом с декабря вот по январь идет вниз. Все, видите, вниз идет. Все, давайте пропускаем товар и идем дальше. Ищем абсолютно другой товар. Вот и все. В принципе, вот чтобы работать на спинборде, это все. Вот для начала, что вам нужно знать, чтобы выйти там на хороший старт. Это пригласить двух людей, если вы даже не умеете приглашать ребят. И еще хотел с вами поговорить со всеми, со своей командой. Я не хочу слушать от вас слово «я не могу», «я не умею приглашать», «я там, ну, праздные ваши там, я не могу». Это вы сами себя делаете маленькими, делаете беспомощными. Вы же не такие. Нету для человека ничего невозможного. Я вас не заставляю сейчас никого там приглашать. И если вы заметили, то переливы практически всем там достались, всей моей структуре. И как бы я сам построю команду, какая мне нужна. И мне, в принципе, уже 100 человек. Если вы все научитесь торговать и покупать, мне этого вот так вот достаточно, чтобы хорошо зарабатывать. Но это не предел, и я хочу построить свою структуру вот в этом бизнесе огромную, потому что я планирую вообще здесь хорошо развернуться, я выучу все мелочи этого бизнеса, я стану хорошим специалистом по продажам и на Амазоне, и на eBay, и так далее. Да, это тяжело, да, это нелегко, и я знаю, что для меня это сложно, для меня это очень сложно. Вот сейчас я понимаю, что после всего, что я прошел, это, наверное, самый сложный бизнес из всех, которые я раньше делал. Участвовать в хайпе просто. Зарегистрировались, вложили деньги и забыли. Участвовать в пирамиде просто. Также зарегистрировались, положили деньги и забыли. Если вы не... Ну или можно строить структуру и зарабатывать еще реферальные вложения. То есть на пассиве участвовать, на активе. В буксах то же самое. Вложили, там тыкнули какие-то задания, там Traffic Monsoon тот же самый, каждый день что-то сделали. Рассказали, записали обзор, ну я это делаю. Все, забыли. В этом бизнесе есть свои плюшки и есть свои такие, ну, фишки, которые я хочу узнать. И я считаю, что это бизнес будущего, и если мы с вами сейчас будем в числе первых, то я думаю, что и все мы с вами будем нормально зарабатывать.
через год, там, через два. Да, это нелегко, но мы всеми маленькими шагами к этому придем, ребят. Все мы придем к хорошему заработку. Главное убрать из головы свои вот эти вот мысли. Я не могу, я не хочу, я не буду. Я вообще уже давно не пользуюсь этими словами, потому что я уже давно из обихода, наверное, уже на протяжении там 5 лет, ну, ближайшие, наверное, 3 года, как раз когда я пришел работать в интернет, я вообще ничего тоже не умел. Ни приглашать, вообще не знал никаких ни бизнесов, у меня не было денег вообще. Я там копейки вкладывал, там по 5, по 10 рублей, ну, образно, там по 100 рублей, в какие-то игры экономические и так далее. И пришел к результатам плавными шагами, да, это было медленно, но вот я понял одну вещь. Вот знаете, как можно добиться быстро результатов и иметь хорошее развитие? Нужно просто всегда себя ставить в жесткие условия. Не в комфорте жить, не в ваших там, ну, в жизнях, да, простых. Работа, дом, выходные, там, гулянки, какие-то праздники, алкоголь и все это вообще, ну, от чего я уже давно отказался. И, кстати, еще одна фишка, почему я добился таких результатов. Я тоже вам скажу секрет. Я полностью и раз и навсегда отказался от употребления алкоголя. От употребления не только алкоголя, а от употребления ядов. Вот только благодаря этому я сейчас добиваюсь хороших результатов. Потому что я не употребляю алкоголь, и больше этого говна в моей жизни никогда не будет. Не потому что я там был каким-то алкоголиком и выпивал, как все, также там по праздникам или по выходным. Ну, я отдельно, кстати, запишу обзор и выставлю на канал Свободы, на свой, как вообще я пришел к тому, что я бросил все яды. Я считаю, что если вы хотите развиваться и зарабатывать хорошие деньги в интернете, если ты меня слушаешь молодой, то никогда не употребляй алкоголь. Если слушает меня какой-то пожилой там человек или с моего возраста, то я вам рекомендую лучше отказаться от этого раз и навсегда. Изучить информацию. Я тоже всегда знал, что алкоголь это вредно, но все равно его употреблял, и информация ложилась в мой мозг пластами, когда я изучал на протяжении где-то года. И потом я когда понял, я вообще прозрел, для чего он вообще был внедрен в наше сознание специально и в наш народ, то я просто взял, я просто не мог больше употреблять алкоголь. Вот у меня настал такой момент, такой щелчок. Все, если я буду употреблять алкоголь, то я опущусь ниже плинтуса. Вот в своем внутреннем мире. Вот я рекомендую вам прислушаться к моему совету и вообще поизучать информацию. Ну, много можно говорить, и это говорю в другом видео, и я вам рекомендую изучать информацию. Это вообще сейчас самое важное, наверное, и ценное, что есть на планете Земля. Мы все с вами состоим, в принципе, если по сути взять, то мы состоим из энергии и информации. Ну и физическое тело – это так, приблуда, скажем так, ко всему этому. Все, ребят, я надеюсь, что обзор был для вас полезен, информацию, что вы получили, и теперь будете правильно торговать на Амазоне и на Google Тренде, ну, в смысле, на Спрингборде. Все поняли, как это делается, и у вас пока не будет вопросов, и мы маленькими шажками уже будем двигаться к тому, чтобы регистрировать аккаунты на площадках, правильно их регистрировать. Лучше подождите моих обзоров, мы будем двигаться с вами вместе. Да, ну хотите до этого, то есть можете без меня это сделать, как бы, ну там тоже есть свои нюансы, поэтому я так потихонечку, плавно перетекаю вот в эту информацию, как это все делается, поэтому в ближайшее время обзоры тоже от меня будут. Я с вами на этом прощаюсь. С вами был на связи Владимир Сушков. Подписывайтесь на канал. Вся информация про Infinii будет в описании под этим видео. Все мои контакты будут под этим видео. Пишите, звоните.
В общем, я рад с вами общаться и рад, что буду сотрудничать с теми людьми, которые уже пришли вот к тому мнению, что нужно избавляться от финансового рабства. Все, пока-пока.